Сегодня мы сыграем в крутой трек с Тамиком. Он такой вот у нас замечательный. И давайте-ка приступим к распаковочке, да? Да, вот это будет классно. Вот. И круто. Тамику тоже он, видно, понравился. Он уже видел у нас коробочку. Вот она, вот наша коробочка. Он. Это трек. Это трек. Вот такой вот трек идет с петлей. Вот. Машина будет по кругу мчаться со скоростью света. Класс, ребята. Класс, ребята. Ну что, Тамик, приступаем к распаковочке? Да. Да? Да. Я тоже так думаю. Пора уже взяться за ножичек наш. Да. Так, давайте-ка. У-у-у. Сейчас мы быстренько все разрежем, все покажем. Так, с этой стороны тоже здесь есть скотч. Все заклеено аккуратненько. Так, и здесь есть все заклеено, застреляно. Ага, нужно перевернуть. Так, так, смотрим. А, еще машинки, доставай машинки. Вот машинки какие-то. Она тебе? Показать мне? Да. Да, давай показывай мне, я покажу ребятам, что у нас за машинки здесь. Они у нас инерционные, вот, будут заводиться у нас и мчаться со скоростью света у нас будут, да, по треку. Посмотрите, какая желтенькая машина. Смотри, какая будет ехать. Она уже с такими вот огнями у нас. Так, с машинками разобрались, ребят. А машиночки у нас хорошие, красивые оказались, а такие вот гоночные. А, ну, все-таки это трек, и тут у нас будут не шуточные гонки. Давайте выкладывать, что у нас здесь. Вот такие вот красненькие детальки, какие-то подпорки, видно, для нашего трека. Вот их у нас здесь 4 штучки. Да, вот еще. Вот 4 штучки. Тут еще огонь. А это у нас, ребят, финишный огонь. И мы с вами увидим, как наклеечки будут наклеиваться. Вот эти наши огоньки прекрасные. Наклейки будут везде. Я поехал. Давай-ка сделаем небольшую аварию. Один, два, три. Бум! Смотри, что коробочки. Давай-ка быстренько, сколько у нас дорог? Так, у нас вот такая пачка дорог. Давай-ка посчитаем. Одна, две, три, четыре, пять, шесть дорог у нас, да? У нас есть наклеечки, те, о которых я вам рассказывал. Давайте посмотрим некоторые из наклеечек, которые у нас присутствуют на этом плакате. Наклеим, оценим, порадуемся, улыбнемся и поставим лайк под видео. За наше исполнение, за нашу гонку, которая вас впереди ждет. Тамик и я выберем по одной машинке, будем соревноваться с Тамиком. Да. Вот, как наша вся гонка пройдет, вы еще увидите, ребят. Да, сейчас будем разбираться. Берем вот такую платформочку, да, и должна эта деталька устанавливаться здесь. Да. Вот. Сейчас пока поставим так, а там будет видно, может, нужно будет по-другому что-то сложить. Вот эти детали. Эти детали, возможно, будут соединяться между собой. Вот, к примеру, вот так. Так. Эту деталь попробуем ставить вот так. Вот как это у нас будет выглядеть. Ну, возможно, это не так сюда. Эту деталь ставим вот так. А, вот. Вот, это инструкция. И у нас здесь все указано, что детали должны быть собраны вот так. Давай. Сейчас будем чуть-чуть по-другому все собирать. Эти детали не должны быть так соединены. Так, не надо делать нам аварию. Будешь делать аварию? Не надо. Так, по всей видимости, вот так это у нас собирается. Сейчас будем дальше смотреть. Последовательно похоже. Ага, не получается. Что там? Да, сейчас. Это вот так, наверное. Вот. Вот так по кругу идет и, наверное, сюда возвращается. Вот сюда, наверное. Это вот так вот. Вот. У нас что-то немножко уже получается. Так, наверное, так. Одна деталь вот. Ну, должна быть, наверное, так выглядит, я надеюсь, это так. Вот, чтобы ничего тут не испортить.
американских горках в Америке. Так, ну не только в Америке. Давай, что там у нас? Таймик уже начал собирать. Финиш. Отсюда машинка будет делать разгон. Да. Это у нас стартовая такая деталь. И на эти голенькие фиксаторы у нас надеваются дороги. Вот. Вот так вот. Она у нас зафиксируется. Вот, надевается. Вот. Плюс рельсы еще направляющие. Вот. Да. И по поводу этим вот рельсам, сейчас я на камеру ближе покажу. Вот. И в эти подъемы у нас крепятся все опоры. Вот. Их нужно продевать вот сюда. Вот. Продеваем вот сюда. И у нас вот, вот этот пиптик, фиксатор, да, у нас фиксируется. У нас есть вариант установки в эти прорези, а есть вариант в эти прорези. Вот если мы установим не в те прорези, у нас получается чуть-чуть не та конструкция. Мы сейчас все это вынем и сделаем. Вот теперь у нас кольцо, видите? Да, сейчас, подожди секунду. Сейчас у нас кольцо, видите, пропорциональное кругу, и у нас теперь будет все получаться. И нужно здесь переставить. Так, у нас круги уже такие получились. Петли. Это у нас супер петли. Да! И берем дорогу, устанавливаем вот сюда, тоже на пас одеваем, и вот защелочка у нас фиксатор фиксирует. Да, теперь вторую, помогай вторую вставать. Вставай вторую. Вот, вот, вот так, правильно. Оп, защелкнулся, да? Так, смотрите. А у нас теперь... И это. И это, да, давай вставай. Твоя дорога вот. Да, сюда вставай. Защелкивай. Моя дорога вот здесь. Вот. Вот сюда защелкнул. Да, теперь у нас получается. Вставляй второй финиш. Мы сейчас наклейками сейчас будем разбираться, да? Еще с наклейками сейчас будем разбираться. На, это тебе вставляй. А я с другой стороны поставлю. Да, вот тут на наклейке, давай. Вот так мы наклеили. Нажимай. Так. Делаем заезд. Да. Машинки две завели. Да. Завели. Стоп, да. Стоп. Давай, давай выровняем трек. Так, вот давай вот тут на столе заведем. На столе мы завели машинки. Заводи. И ставь вот так просто на старт. Внимание. Марш! Не, ну в принципе зачетный трек, а что такой класс. Эти реверсные машинки. Держи машинку. На старт, внимание, марш! На старт, внимание, марш! На старт, внимание, марш! Ого, моя машинка аж в стенку врезалась. Я все, да, ты что? Поразлетались машинки в разные стороны. Ставишь на мои дороги. И сейчас, давай на счет 3. 1, 2, 3, давай. Так, и на, когда будет циферка 3, отпускаем машинки наши, стой. Отпускаем наши машинки. И кто первый вырвется вперед из наших машин, тот и выиграл. 1, 2, 3. Так, если моя машинка твою догонит, значит я выиграл. А? Давай, 1, 2, 3. Догнала и перегнала. 1, 2, 3. Ну, тут Тамик меня, конечно, обогнал, но у него машинка вылетела вообще в другом месте. Да, прям туда. Поэтому Тамик у нас не выиграл. Давайте делаем такой обычный, сейчас стандартный один заезд. Да, После мы будем делать всякие препятствия. Поставим там кучу машинок разных маленьких, и оно будет врезаться. Бум, вот так, да? Да. Давай. На 1, 2, 3. 1, 2, 3. В этот раз Тамик точно выиграет. Заводим реверсы. На старт. Внимание, марш. Да, выиграл. Ну да, молодец. Две машинки выиграли. В этот раз у нас здесь много будет машинок. Да. Очень много машинок. И мы сейчас что будем делать? Одну машинку инерционную беру я. Вот, одну инерционную берет Тамик. Взял? Да! Взял. Берем вот эти машинки, выкладываем на трек. А? Выкладывай на трек вот эти машинки, да. Нет, по одной, все по одной, смотри. Да, берем наши инерционные, да? Да. Зарядили. Давай, заряжай. И кто теперь до финиша доедет первый, правильно? Да. Давай, 1, 2, 3. Мы вот эти машинки ложим на финиш. А? Правила у нас такие. Кто собьет машинку и доедет быстрее до финиша, тот и выиграл. 1, 2, 3. Моя! Тамик быстрый. Теперь по две машинки. Нет, одна. Я буду эту. Одна, две. Ой. Самый волнующий момент. Это моя. Потому что у нас там по две машинки на каждой дороге, и нам нужно сейчас их сбить. Бфф, вот такое будет. Кто первый будет на финише, тот и выиграл. Да, погнали. Я. На старт, внимание, марш. А папа выиграл. А вот,
Все, погнали на старт. Внимание, марш. Ой. Тамик уже завел свой спорткар, и он уже на полной готовности. Двигатели вообще разрываются. Сейчас папа ставит свой автомобиль на трек. Ну что, на старт, внимание, марш! Победил в этом заезде Тамик. Да! Но, друзья, мы-то забыли поставить машинку. Вот это сейчас именно максимум. Мы сейчас выжмем от этого трека. Ты готов? Да. На старт. И нам не марш. Так, дубль 2. Ставь свою гоночную машинку. Погнали. 1, 2, 3. Умничка. Все, ребят, будем завершать. Сегодня у нас был крутяцкий трек. Неплохо повеселились мы с вами, я надеюсь. Спасибо, счастливо вам, пока!